У тебя тоже в конце баг был? Ну, у меня что-то провисло. А ну, у меня там прыгнул чужой. Ага. И потом все поменялось на место, где я стоял, передо мной был большой черный квадрат. Окей. Квадрат Малевича, да? Окей. Ну чё, дальше? Рейвен. Здорово, Рейвен. Ты с нами? Так, оптический прицел. А чё, Рейвен, где он? Там подключился, что ли, где-то? Нет. Рейвен это следующая глава, так называется. А я думаю, что ты, Рейвен, говоришь? Да, будем говорить, что мы его вспоминали. Да. Чё, я готов? Готов? Ну давай, понеслась. Килл... Подожди, сейчас, у меня активные челленджи. Убейте 5 врагов в милишке в сингловой кампании. Окей. Что это? Do not miss an enemy with any bullet from a full rifle mag. Окей, фигня. Приобрести боевого мутацию ксеноморфа. Ну да. У меня тоже, но поскольку мультиплеер не работает, то, собственно, все, что относится к Алену. А что, здесь мультиплеер уже не работает? Ну, можно, если снести мод и чисто поляшку сделать, то можно попробовать. Но на самом деле онлайн-сервис уже не работает, разве что можно какой-нибудь френдзонли замутить матч. Но это нужно... Сколько там? 4 на 4? Ну это 8, 16 будет. Ну да, это джип будет. Ой, здравствуй. Сюда бы RTX, да, добавить? Да. Ray Tracing. Было бы красиво. Ты тоже звонил, да? Извини, не могу говорить, я не занят. Ты же мне позвонил. Да. Перезвони мне. Ты не брал с собой этот стаканчики на веревочке? Так, здесь какой-то люк. Крою, что ли? Догтаги. Я тут вообще еще ничего не нашел. Люк. Да, я только что его открыл. Да, пойду-ка я вниз. Ой. Так, что нужно? Логов нету. Вот. Ну, это надо, кстати, это надо Марио вызывать. Да. Луиджи, Марио. И принцесса. В сказке про сантехника. И в конце они говорят: ой, наша принцесса в другом замке.
Да. А, короче, здесь где-то винтовка Хадсона есть. И три жетона. Но где? Я пока не знаю. Ой. У тебя скин прикольный. Какой? Тебя написано Winter Big, не вижу, Big Bad, Big Bad Wolf и волк нарисован. Ага. А ты у нас чувак с ирокезом со знаком Пуэрто-Рико Кентаро. Кент. Надо же было нам обоим уронить, да? Кого? Винтовки. Да. А если бы мы вчетвером играли, то все четверо уронили бы. Да. Серый волк, мы в поросятах знаем толк. Черный ворон, то ж ты вьешься. Фу, фу, нельзя, нельзя, фу. Черт, да? Все, что ли, да? Да. Может, он успокоится? Нет? Нет, не успокоился. Дай-дай-дай, не-не-не-не-не-не-не, сюда, сюда, не. Ладно. Мэйдэй, мэйдэй. Один должен быть уцелеть. Интересно, я загружусь. Escape. Так, там ничего особенного не было. Ты здесь? Я, да, но пока еще неизвестно. Подгружаешься, да? Да. Подгружусь. Долго. Чёрный рейвен. Сегодня утром, блин, ходил, кровь сдавал в больнице. О, я загрузился. Я в игре. Ну как, ты был в игре? Так, сейчас, потом секунду. Тебя съели. Кое-что вылетело. А что на ней игра? Должно быть, он Сулака. Я знал его, блин, ну. Там же мультики были было. Разговоры о том, чтобы там я в игре. Восстановить его, знаешь, пока он еще был жив тогда. Ну, типа, знаешь, на ну, да. Рипли там этого Хиггса этого вытащить. Ну, непонятно, там... надо было, не надо было, как бы. Ну, типа, ресет в третьей части. Угу. Я появился. Дошли до точки. Как там мультик было? Непонятно. Сейчас же как получается? Третью часть Финчер делал. Ну да. Вот. Ага. А Финчер сейчас это, ну и на тот момент это этот самый рекламный режиссер там клипы делал просто. Собственно, его наняли, чтобы. Эффективно я появился. Фильм, то, знаешь, молодой ну, да. режиссер, можно на него давить как хочешь, ну и делать какой-то неудобоваримый. Было бы интересно, знаешь, взять Финчеру, дать новую часть Чужого. Если бы, правда, было ой, бы блин, интересно горя. Это все. Да.
Потому что он же доказал на бойцовском клубе, других ему, что он very stylish girl. Ой. Ну да. Ой, блин, горит. Да. Все свети фонариком. There's all these husks in the sewer. What kind of bugs are these? Damn it. You ran into those? There are some still alive down there. So move slowly, Winter. Near as I can tell, they're attracted to sound. But if one gets close, stand perfectly still until it goes away. Я сос подаю. Так, сейчас. Самолет. Ма. Нет. Сейчас. Сама. Блять, ну я не знаю как-то. А ты что, это? Изучал язык стукачей? Стукачей. Ну, мне Васька рассказывал, он на флоте служил. Ага. И, собственно, рассказывал о том, что кто перебивал этот ритм, ну, значит, все не годится под руку, чтобы набивать морзянку. У меня батя тоже в армии стукачом был какое-то время. Ой, смотри, что там идет. Да, я вижу. Я замер. У меня батя свидетель там был. И... Ага. Ну, говори, да. Так вот откуда ГТФО здесь приделал. Ты не говори. Даже светится точно так же. Походу, я затригерил, да? Да. Ну, по крайней мере, тебе путь свободен. А, или всех убило. Всех убило одним выстрелом. А, типа, независимо от того, где. Походу. Ну. Забавно, ладно, стелс-миссия только хреново. Ну окей, там говорил о своем батьку. Да не, я просто хочу сказать, что он связист там был, поэтому ему он морзянку изучал тоже, когда в Афгане служил. There's all these husks in the sewer. What kind of bugs are these? Bugs. Damn it. You ran into those? There are some still alive down there. So move slowly, Winter. Near as I can tell, they're attracted to sound. If one gets close, stand perfectly still until it goes away. Откуда знаешь? Да, я тоже не понял, откуда ты знаешь об этом? Вообще первый раз видит. И ты вообще тоже с этого... С Сифоры. Откуда ты знаешь про этот подвид чужих? Ну. Кто здесь? Кто-то храпит. Я как... Так, идет, да. А ты как? Я как погляжу, вы хорошо одеты. А я как погляжу, у вас дырка в животе. Ладно.
Да, это прикол с мультика там. С одного упоротого. Там, да. Там как про Хитмана, который попал в средневековье. И его это средневековый этот. Как его зовут-то? Кто богатых грабил, чтобы бедным отдать. Робин Гуд. Да, Робин Гуд. Его там местный Робин Гуд тормозит, говорит. А я как погляжу, вы хорошо одеты. А Хитман ему в живот стреляет с пистолета, говорит, а я как погляжу, у тебя дырка в животе. Окей. Я тебе потом скину этот мультик, посмеешься, тебе понравится. Ну ладно, кринж какой-то. Хотя ладно, у нас в детстве был этот Декстер с лабораторией. Не-не, это прям вообще хардкор. Это такой... ОГО МК называется. Чувак, который делает мультики эти. А, это какой-то YouTube? Да-да-да, но я каждый его мультик жду очень. Но их там всего-то немного. Но они такие, типа, там по часу, по минут 40 идут. Рядом со мной. Дымится. Здесь ничего нету. Как идет? Ну блин, реально какой-то GTFO. Ну. Там мультик, конечно, вообще просто атас. Террористы двоичного кода захватили лабораторию. Бежит. Слепошара. Ну. Короче, там террористы, типа банда двоичного кода. Ну, короче, с закосом под хакеров захватили лабораторию в России. Которые машину времени изучали. Мусора наняли, короче, Хитмана, чтобы он пробрался в лабораторию и ликвидировал этих. А Хитман... Ну, реально, Хитман как из игры персонаж. Случайно, короче, там активирует машину времени, попадает... в прошлое, в средневековье. Там какой-то там, я не помню, советский ученый уже давно воспользовался и в средневековом замке поставил компьютер, и там местные эти простолюдины сидят в компьютере, рубятся, короче, он их админит там. Короче, лютая дичь, но очень смешно. Ладно. Пойдем. Интересного есть. Ты фонарик. Ой. Да, я знаю, что у меня фонарик. У меня есть ножик, где-то ножик. Как они так обронили все оружие абсолютно, я не могу понять. Да, включая пистолеты там, да? И все, что еще в рюкзаке лежит. Пардон. Извини, я это... Я повернулся к тебе и вижу, что он бежит. Ой, ко мне прибежал, все. Кто, блин? Как, второй, что ли, какой-то? Да, я на месте, кстати, стоял. Он просто подбежал ко мне и взорвался. Вот, блин. А, ну мы все равно прошли. Ну, да. Чекпоинт. А, ты еще присоединяешься? Да. Окей.
круто. Ты, если что, один остался. Тебя выкинул? Не, я появился, этот скам мне сразу подбежал и взорвался. Я даже не двинулся с места. Ты меня видишь, да? Да-да-да. Ну, то есть, как бы в процессе. Он, видимо, испугался, что тут внезапно морпех материализировался. Каково, что это? Икнулось, и он никого. Ну, наверное, придется. У меня весь этот самый, весь экран в капельках. Я не знаю, это что символизирует, что здесь очень жарко или что я потею, как свинья. Немножко юмор в чат. Ну пока. И тут должно быть тихо. Они согрелись на мину. Никого. Кто-то ходит. Ой. Какой-то солевой наркоман. Жареный. А жареных чужих ты не хочешь? К сожалению, учитель был крысой. Кстати, в GTFO немножко не хватает, да, что эти дураки не ходят. Если бы они еще ходили, патрулировали бы. Тогда было бы еще сложнее. Так, он злится. Ну все.
повзрывались. Прикинь, в GTA суисайдеры. Это тоже вариант, эти самоубийственные товарищи. Да. То есть, не, мне понравился. Есть... Ага. И ты уже не знаешь, что с ними делать там. Начнешь их пинать в стелсе, а она как бы взрывается все нахрен. Да. Вот и такая. Реально проходить надо. Как-то так потихоньку. Мне понравился обзорчик, который ты скинул, я вот посмотрел. Ничего действительно в GTFO не поменялось, и перспектив особо никаких нету. Да, я потом там в чате написал про это, про то, что у них искусственная сложность, ну, там, знаешь, когда не пишут никаких данных, ничего, ну, и так далее, вот, подобного типа. Да, прикинь, там чувак написал о том, что в игре нету гранат, при том, что нужно краунд, ну, контроль толпы делать. Да. Вот. Я так подумал, это... типа, мины есть, гранат нету. Странно. Да. Очень гранаты, странно, кстати, реально хорошей штукой были бы. Да, и то, что там сразу же тебе не дают никаких... только половину патронтажа. Mm-hmm. Хотя, по идее, тебя как бы, ну, засылают в зону, скажем так, известную, что там нужны будут патроны. Ну, yeah. И так далее. Какие-то такие вещи, которые вроде как логичные, но очень такие... Видно, что это специально тебя вырезают для того, чтобы ты чувствовал себя хуже. Да. Yeah. То ну, есть принципе, это не, вот... не чувствуется, да, натуральным, там, не знаю, как в Deep Rock Galactic, ты как бы, ну, ну, да, сразу принимаешь правило о том, что у тебя там то, все, пятое, десятое, там разные классы, как бы нормально, это не чувствуется очень естественно, не чувствуешь себя обрезанным в правах. А тут вот чувствуется, что тебя специально обрезают, чтобы ты, ну, страдал, знаешь. Да. Да, извините. Так точно. А я это. А что там за турель новую добавили? Я так и не она понял. Она типа мелкокалиберная очень. А, она, короче, пистолет на турели, так сказать. Пистолет на турель, типа на остановку. Понял. Не волнуйтесь, ребята. В принципе, вот сколько миссий мы прошли, вот сколько ты прошел миссий, ты же другие тоже проходил уже первые, да? Да, вот. Ну там... Везде все одинаковое, как... действительно. Ну да, в общем, ты понимаешь, как это должно работать. Mm-hmm. И, честно говоря, я так подумал о том, что единственное, что они там придумывали из какого-то реального взаимодействия кооперативного, это то, что нужно там вот это пена и мина, все. Все остальное это чисто ты должен иметь достаточное количество огневой мощи, чтобы победить всех этих монстров. Иначе там трудно, там ты поиграешь не регулируешь, что ты можешь там вдвоем играть. Помнишь, как вот там чисто вдвоем? Да, да. Сыграть без бота. Слили. Потому что игра не знает, что может быть такое. О! Контрольная точка. Мы принесли в жертву этих суицидных аленов, и появился Хикс. Мне не терпится увидеть эту жалкую подделку, которая будет тут дальше по сюжету. А сварочник он не потерял, да, значит? Призак. Да.
Наверняка хакингул тоже не потерял. Ну. А я. Likewise. We're closing in on the signal. Let's keep moving. Он тебя игнорирует. Кто он тебе? Ну. Это мой бро, чувак. Мой бро, твой бро. Да, и там писали про GTFO, что вот где-то на уровне C, D, но там и игра становится невыносимо долгой, там, знаешь, даже если ты успешно проходишь, там где-то до 2 часов, до 2-3 часов нужно играть в игру. Но это как-то какой-то заебец, по-моему. То есть, yeah. Ну, как бы она сама по себе такая, что ты можешь зафейлиться на разных этапах. И тут еще 3 часа ебаться. То есть, ну, как-то что-то веселье из игры улетучивается. Да, я просто вот что хочу сказать, да, даже если я когда-нибудь созрею и пройду, так сказать, весь GTFO, все ландауны и прочее, но это не та игра, которую я после прохождения решу когда-нибудь еще поиграть. Ага. Ну, я скажу, что я потом попробовал первые вот эти вот первые миссии. Ну, да, как бы, как первые миссии, они действительно интересны, потому что они не выебываются. Ну да. Вот. Мы там провалились, но на самом деле там достаточно просто, если ты знаешь, что делать. Но в том-то и дело, что игра не рассказывает, что делать. Да. Вот. Так. Хватит ходить. Тихий час в детском саду. Ну, так что, в принципе, я готов, знаешь, как я говорил, вот, я готов там проходить А1, Б1, то есть А1, вот эти вот миссии для начала, вот, потом Б1, но из разряда, если мы будем сильно убираться в сильно тупить и не проходить, то ну нахер, как бы. Я уже понял, что за игра, как бы, и там, закрывать гештальты мне не нужно. То есть, ну да. Сразу буду дисклеймер делать, потому что если мы затупили как-то, то и нахер. Ну, как бы, если сильно долго не можем пройти, как бы, то и нахер тут делать. Вот такое мое мнение по всему этому. Так, блин, что-то я тут застрял с своим мечами. Тем более сюжетки как таковой, как бы, ты и не узнаешь. Это да, это там нужно. Игра не старается в этом самом. Нужно лезть в YouTube, чтобы узнать лор. Все, что ты хочешь узнать об игре, нужно узнать с каких-то внешних источников. Сама по себе не понятно не будет. Да. Так, я зашел в дверь справа. Она открывается и закрывается. Ага. Вот там внизу, давайте фонариком посвечу, хочешь? А ты можешь меня взорвать, а я могу сам себя взорвать и где-нибудь взорвиться. Да не, сейчас уж. Хочешь? Не хочу. Да, я тоже заметил, что они встают просто резко. Нету плавной смены анимации. Видимо, да. А еще смотрю, что есть текстуры поверх воды. И у текстур. У этих текстур есть тень. Она вообще не туда. Так. Спать, всем спать. Всем отдыхать 30 минут. Ты можешь вот отсюда пройти, через мостик. Там ничего нет, потому что за дверью.
Ну вот я и думаю на босс. Ну хотя он зайди в дверь сзади, да и все. Она откроется. Ну там просто можешь бегом пробежаться, чтобы тут по мостику не ползти. Давай, открывайся. Фух. Можно выдохнуть. Ай, я по-моему... Меня взорвали. Это я пробежался. За тобой бежит. Все, вроде все. Круто получилось. Так, ты стыжить интересно. Извини, я тут глянул, может какой-нибудь док так или что-то вроде. Кто-то шевелится. Ой. Не-не-не-не. Ух. О. Это... Короче, все, ты научился. Поймай меня, если сможешь. Как там в видосике было? Надеюсь, я не пострадаю. Ты где что? Джекас какой-нибудь? Да-да-да. Ну что тут у нас? Ну, где эта винтовка Хадсон? Дайте мне уже... Как он ее потерял. Да, Хадсон был, а винтовки не было. Привет. О, здравствуй. Я тебя заждался. Ага. Ага. Что тут? Что там? Та-там-там-там. Что херня? Что это херня? Ты заваривай дверь, а я буду заваривать чаёк. А ты будешь разваривать. Да. Есть что-нибудь интересное? Не вижу. Что-то надо делать. Где дальше? Я тут справлюсь. Успокойся, не паникуйте. Спасибо. Здравствуй. Наконец. О, пушку дали. Так, да. Прямо сумку спортивную принес, да? Ну. Так, после вас. Спасибо. О, о, винтовка Хадсона. Она? Да. Ты подобрал ее уже? Да. А ты? Да, да, тоже подобрал. Прикольно. Ну-ка, а у тебя сколько патронов на ней? Ну-ка, выстрели разок.
Да, меняются цифры. И сколько показывается? 94. А если еще раз? 92. А, то есть 95 изначально было. А, да, 92. Да. То есть не 99, как обычно там в этом ВВП было, а 95, типа, поставили как базовое число. Да. Нормально, прикольно. Вон он там. Сидит. Сидит, да. Блин, что за винтовка такая дрожащая? Что это такая винтовка? Не работает, как снайпер. Возьму-ка ей обратно. Секондарная пускай будет. Старый добрый. Шутка. Да, что тут у нас? Да. Разбегали смотрите. Ой, блин, за хэдшот, за ваншотили. Слушай, а у тебя по памяти на видяхе 4? 12. А у тебя это расширение 12. Да. Я же говорил, что я специально. А, у тебя же этот 60, да. Я сам подбирал. Если уж. Да, да, я будет. Я просто спутал с 30-50, то что у нее 4 гига и хотел узнать, что у нас уже. Ну, 30-50 нереальный... Нереальный двигатель я тоже юзаешь. Да. Нереальный двигатель, то есть тоже юзаешь, хотел узнать. Сейчас у меня немножко другое. Да. Вернусь с отпуска, думаю, посерьезнее заняться этим делом. Да. Андрей, что какое направление вообще? Да? Какое направление? Синематики или блюпринты? Блюпринты, наверное. А так подожди, у тебя выкинуло, ты здесь вообще? Да-да-да, я сейчас это загружаюсь уже. Да не, я просто сегодня ноутбук видел 3050 и подумал, интересно, хватит его для Unreal Engine? Ну, думаю, наверное, нет. Не, я думаю, типа, как работает? Я думаю, да. Я, как бы на более меньше работал, но это будет проблематично. Ну, это у меня просто 4 гига памяти, да, сейчас, и у меня он орёт постоянно, что low memory видео. Белочка, здорово! Здорово, родная! Кто тебе запер в этот ящик? Так, блин. Так, ищем доктаги. Если они есть, конечно. Так, Бронька.
я буду жадно. А тебя пуронька какая-нибудь пролетает, когда я его собираю? А я без понятия, у меня же нету УИ, так сказать. Но у меня тоже нету, вот тут вот есть. На моем месте есть. О, что-то я нашел тут, что ли. Что там? А, это патроны. Целая сумка. Я хитман, у меня есть. У меня броня максимум. С красной точкой. О, летающая аптечка. О, я нашел. Все. Одну нашел. Доктор. Та же. Вот поехали. Тут иди. Видишь? Да. Так, ладушки, куда нам дальше идти надо? Нам надо идти в контейнер. Ящик. И там нас хочет через него пройти, да. Белла, родная. Белла сыграла в ящик. Так, где там? Зачем меня затупило? А, потому что у меня такая... Да. Выносливость закончилась. Ладно. Вот сейчас будем бегать. Это кажется. А, по-моему, дальше будут еще миссии, где надо будет много турелей устанавливать. Или это... Нет, я что-то помню, по-моему, здесь турели можно было ставить. Не помню, там будет миссия, где нужно будет херачить этих самых Вейлон-дютанцев. Thanks. Hell? We got company, guys! Я споткнулся. Я, по-моему, в тебя выстрелил. Извини. Это было не специально. Отдыхает. Не извините, я умер. Rescue Raid. Raid Shadow Legend. Legends, да? Так, сейчас я тут немножечко поменяю. Подсоединяешься, да? Да вроде как, да. Нет. Не подсоединяйся. Вывалился. Стабильность. Второй. Год. Угу.
Блин. Все, мы с тобой откисли. Ну какой чекпоинт мы сохранили, правда? В общем, я опять буду сейчас прокачаться. Хороший спидран получился. Подожди, я не понял, а что у нас? А, мы обратно вернулись. Вернулись обратно, потому что нам нужно в это здание. Cover Reed! Spark control burst! Как быстро включается, да? Хорошо, хоть быстро включается. Мне тоже все кончилось. Стикс.
Я сам себя убил. Хорошо, что хоть чекпоинт сохранился. Умеешь так быстро с пистолета стрелять? Смотри. Нет. Надо. Да блин, блин, меня убили. Ну ладно, чекпоинт. А мне перезаходить в игру. Блин, бесит. Опять понимаешь, как это положено, да? Да. А я просто включил режим этот, знаешь, тройного клика на мышке. И он как с пулемета строчит. Просто тра-та-та-та-та-та-та. О, загрузилось. Ну, надо же. Убили негра. Блин, блин, блин. Так. Ну так, у меня пистолет как автомат. Я не знаю, переработали в моде баланс, но прикольно. Как бы с точки зрения того, что они опасные, сука. Даже если у тебя куча оружия. Да. Пистолет, патрон бесконечный, что ли? Прикольно. А что ты говоришь, интересно? Интересно тут для коопа. Для коопа регулируется там количество чужих и что-то в этом роде. Хрен его знает. Так, что мне кажется, да. Никогда особо не пользовался. Так, что там у нас? Не знаю я, это читерство или нет. Ну, может, я палец долго тренировал. И руку, да? Ну. И палец такой сильный-сильный. Да. О, у меня вот пистолет есть с большим магазином. Вообще просто пистолет-пулемет получается. А, с этим странным кликом? Да. Так-так-так. О, док такс. Ты все находишь, а? Как-то вот получается. Еще одна где-то. Да. Yeah. Так, мне надо бы сейчас. Сейчас тут поменяю немножечко одну вещь.
this one. Сделаю так, да. Back. Так, сейчас. У меня все позаканчивалось. Тебе чуть-чуть дают патронов. Ты живи как хочешь. Ну, я могу тебя убить, ты выйдешь из игры, перезайдешь и поедешь с полным пакетом патронов. Что-то у меня баг появился. У меня теперь висит. Типа, нажмите Е, чтобы получить эти док текс. Может, я где-то пропустил их? Знаешь. Вышел в моменте, когда они были, и... Нет, не оно, не оно. Ладно, все херня, пойдем дальше. Ну, реально очень сильно. Очень сильно. Дистрактит. Отвлекает. Так, нам туда, да. Сейчас. Смотрим. Бронька. Если нужно. А во, исчезло. Какая фигня. Я аж выдохся. Да, что-то тут стамина быстро кончается. Слушайте, коней, это самое. Ultimate badass. Чё стоишь? Still no sign of Bella or Reed. Let's keep moving, Doug. Пойдем? Да. Все завалил. На столе. Броня или жилеты? О, еще одни. Под лестницей. Круто. Ей, мы все нашли. Да. А, здесь финальная битва будет. Вот тут вот патроны лежат, да? Ага. Who's a badass? I ran an illegal comm tower bypass. Жилета, да. Что там? Так, не, бронежилет ты видел, да. А есть пистолет. О, чекпоинт. I can feel it moving. Stay alert. Ой, о, блин! Блин. Распугнулся. А как ты, где ты, внутри? Да, я в этой хатке. Хатике. А, спасибо, да. Вот там бойка. Спасибо за помещение.
Да ломайся ты уже, точнее хватит ломаться. Люркер. А, сейчас меня проткнут. Нет, не проткнули. Спасибо. Я не знаю, ударил ли я кого-нибудь или нет. Да, да. Ударил. Тебе броник нужен? Броник, да я вроде нормально. Так, ты полный. Ты его. Жирный. Симра! Everyone okay? Как раз потом закончились. Эйприл, Анил, блин. We all good on ammo? We're going after. Wait, стойте. Belay that. If we go after O'Neill, we could all die. You can't be serious. Think about what you're saying, Belle. It's too risky. Девочки. As the ranking officer, I have to make the call. Make the call? He's the one that made us go after you. Reed, you come with us. But we are going after you. No Marine left behind. Court martial. Поразнимаешь, да? Ты тут тоже, когда ходишь, летаешь иногда по воздуху. А мне летать, Weapon shop, блин, патронов нету. Чтобы там кого-то подшить. Ага. Focus, let's keep moving. Ну что, вниз? Ну да. Больше ничего искать не надо. Убегу. Я не успел. Сваливать надо. Меня уронили. А, спасибо. Все отлично. Да что ты? Меня опять убили. Ублюдок. Мать твою, куда ты пошел, да? Давай уже, это самое. Отползай. Все, спасибо. Все проблемы у персонажа начинаются из-за женщин, да? Да, вот это я делал. Ну я все, можешь меня не спасать, я уже это. Я понял. А блин, куда мне бежать? Куда бежать? Куда податься? Да, черт там.
А у тебя нету режима двойного клика на мышке? Есть. Но я им не пользуюсь. Ну, типа, ускоренная такая штука, да? Да-да-да-да. Просто когда это самое... Персонаж лежит, он тоже стреляет, как из автомата. А я всегда удивляюсь, когда там что-то у меня дабл-клик внезапно. Я думаю, что у меня мышка испорчит. Да. Еще не загрузится. А, ладно, понял. Надеюсь, я не пострадаю. Ай, бля. Так. А теперь опять выкинул нахрен, блин. Да-да. Son of a bitch. We should have stayed in the hangar. No one's stopping you from going back. Все, я с тобой. Белла чау, белла чау. Белла чау, чау, чау. Суровый. Так, что с этим делать надо? Окей, это хорошо. А второй... Короче, в этот, как его, бесполезно стрелять, да? Надо просто от нее убегать. Я пока не понял. Так, я в трубу в этот раз. Ну да. Ай, блин, меня поймал. Тебе за жопу. Юркер! Убили. Мне показалось, что он был. Listen, you follow my lead. Got it? Here it comes. Keep on moving. Bullets only piss this thing off. Run! А, ну да, вот он сказал, выстрел ее только бесит, бежим. Значит, по ней стрелять не надо. Так, тебе броник не нужен? А, ты уже спрыгнул. Ух, я понял. До свидания, всего хорошего.
его сломал, да? Good to see you all in one piece, O'Neil. Good to see you. You wanted to leave him out here to die. We disagreed. She tried to pull rank and leave you for dead. Она белая, я черная. I'm just a pilot, but as lieutenant, I have to make a call. We don't leave Hey, can we not do this out here? Fellows, we cannot risk the lives of multiple Marines and save one. We understand. It's hard to trust someone who will be alive in a few hours. Fuck, did you just say? Я белая женщина, а ты черная. I was gonna save this last bullet for myself. It's fine. It's fine. We're fine. Just put it down, fella. Слушай, готовы как раз четыре человека. Чего они там? Ну, отличный момент для копа. Да? Правда, одна из них все сдохнет. Кстати, важно, это уже сюжет. Про тебя показывает. Вот ты за него играешь. Да не, мне, по-моему, другой чел. Неважно. Неважно. Это коллективный Winters. I understand that our circumstances are exceptional. Astrally. 300 of my people in the last days. Take me up my way. Эгрегор. Reed. General Zima. Permission to shut up. You made the right call and you know it. And we're done talking about it. You two, front and center. So these two lunkheads come to me to authorize what amounts to a suicide mission into the heart. Но костюм у тебя вот как у Лео Винтера. Один в один. We're spread thin as it is. Too many Marines unaccounted for. Sir, if you'll just listen to what. But I'm authorizing it on one condition. Sir. There's a manifest of all personnel in the facility. Send that back first. Then go get that thing out of Bella. Yes, sir. Thank you, sir. There's a stable of Hadley's surface crawlers. Take one and make sure you come back alive. All of you. Permission to accompany them on the mission, sir. Denied. I want to go. And I want my pilot to stay alive and get 100 Marines back off this planet. This is not a conversation we're having. Look, you don't owe us nothing. Just get everyone else out of here so we can take down Weiyu. Just stay out of the way. Mm-hmm.